Так, давно по картам не ходили, давайте посмотрим, что у нас. Никаких изменений, да? Восемнадцатая, семнадцатая, шестнадцатая. Ноль на массу. Это у нас Харьков. Да, Волчанск. В Волчанске так это в окружении и сидит. Завод этот. Агрегатный. Ничего не меняется. Ну, здесь изменения, да? Продвинулись россияне чуток. Так, а здесь наши наоборот, да? Непонятно, когда давней. А вот она, 15 июня. Так, тут есть продвижение у россиян на Очеретина и Работина. Чуть-чуть потеряли мы хорошо контролируемых позициях, да? Так, это у нас сегодня какой уже день наступления россиян на Харьков? С 10 мая? С 10 июня? Подожди, с 10 мая они идут? Это больше месяца уже, что ли? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, давайте. Ну, здесь опять же от Липцев. В Липцы так россияне не зашли. Глубокая наша наступает. Тут опять же больше нашего давления на россиян, чем россиян на нас. Не, серьезно, что же месяц? 10 мая. Сегодня 20. Месяц и 10 дней. Стремительным домкратом. Давай посмотрим по пожарам. Здесь у нас работа и по нашей стороне. Это у нас что? Это у нас today, да, за сегодня. Количество пожаров. Ну, пожары мы воспринимаем как места боестолкновений. Вот у нас Харьков. Ну, тут уже и намека нет на продвижение в сторону. Давай посмотрим за 7 дней, так интересней. За 7 дней. Ну, основная масса боестолкновений на северной стороне Волчанска. Ну и здесь до Липцева так и не дошло. И обрабатывается, ты посмотри. А, так это ж, господи, что я туплю? Это ж обрабатывается оккупированная территория. И довольно интенсивно. Ждем. Там я слышал, россияне готовятся, что Крымский мост к заседанию НАТО снесут. Так, ну и по поводу прекрасных санкций, которых все больше и больше. 12 июня ввели санкции на Мосбиржу. И как я и сказал, 13 числа, что важно будет не то, что там курс расти будет или падать, а волатильность будет самым большим последствием. То есть изменчивость курса. И что мы видим? У нас тут сколько был курс? 88 был 18 июня. Вчера он был 82, да?
А, вот даже 82. Сегодня 87. Ну, то есть ровно то, как, о чем я и говорил. Хрен поймешь, как оно, блин, прыгает. Ну и из хорошего тоже, это сегодня я вот в The Guardian прочитал. Очень рекомендую. Ну давай посмотрим, чтобы это было уже найти на странице. Second. Я уже читал просто. А вот оно. Russia использует кабы обширно. Вот это вот. Вот что я хочу показать. Numerous Ukrainian sources, то есть многочисленные украинские ресурсы, said F-16 would protect Ukraine's second city from these weapons. То есть многочисленные украинские ресурсы говорят, что F-16 будут использованы против, ну, в Харькове, второе украинский город. Второй украинский город. Угу. Так что, харьковчане, поздравляю. Ждем F-16. Как я и говорил, даже не против фронта будут обрабатывать сначала F-16, а скорее Харьков будут защищать, уничтожая носители кабов. Ладушки. Все будут украинские.